Также моя книга призвана увлечить некие процессы в мире, которые неумолимо приведут к хаосу на Земле, о чем говорили многие проповедники в искусстве и люди, которые, скажем так, вышли из религиозной среды. Я абсолютно уверен, что вскоре общество, как в нашей стране, так и во всем мире, нас ждет огромный вселенский хаос. Возможно, это будет какая-то мировая катастрофа, либо это будет какой-то такой идеологический информационный бардак, который, в общем-то, есть уже на сегодняшний день. А возможно, это будет чисто открытое сумасшествие, когда люди будут просто убивать друг друга, даже не понимая, что они делают. Скорее всего, я думаю, будет это так, потому что грядет тенденция установления сил тьмы на Земле, которые борются здесь со светом за передел мира. Что это такое? Это изменение. Собственно говоря, все. Это синонимично. Данное слово «изменение» — это... это изменение какого-то тела под влиянием внешних или внутренних факторов. Изменение формы и объема тела. Происходит от латинского слова «искажение». По всей видимости, если проследить за всякими мудрыми книгами и тенденциями того, как развиваются силы тьмы на Земле, их задача сделать планету безжизненной, но и уничтожить наилучших представителей на Земле. Именно поэтому достаточно методично на протяжении долгого времени на Земле велась все время охота за гениями, за пастырями, как в искусстве, так и в религиозной среде. Именно задача обезопасить себя и стать информативно и физически сильнее, наверное, должна являться основной тенденцией этой новой формации людей, которые будут приходить на Землю. Наверное, этот разговор в первую очередь связан с появлением на Земле эры детей Индиго, которые скоро будут появляться еще чаще, чем это было несколько лет назад. Наверное, они смогут привести нас в новый мир, где нет зла, насилия и глупых тенденций, которые есть в обществе сегодня, которые не будут заставлять нас превращаться в циников и людей достаточно мрачных и темных, кем я становлюсь, как мне кажется, за последнее время, увлекаясь тенденциями популярности и разбора полетов, связанных с силами тьмы и поднятием уровня зла на Земле. Вот, собственно, этому посвящен новый альбом, над которым мы работаем. И, наверное, эти идеи мне как-то удастся более детально отобразить в готовящемся диске и книге, которой я занимаюсь. 45 секунд! Если вы сами латинский, то вы точно поняли, о каком слове идет речь. Думайте прямо сейчас! Искажение через...